Санкции Евросоюза против России необходимо сохранить и усилить. На этом настаивает Петр Порошенко. Этот вопрос он обсудил с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который находится в Украине со своим первым визитом. Подняли они также вопрос обострения ситуации в Авдеевке. Глава государства подчеркнул, что наличие очередных доказательств агрессии России. Речь идет о провокации боевиков на Донбассе, о признании документов самопровозглашенных ЛНР и ДНР и о так называемой национализации украинских предприятий. Габриэль также встретился с главой МИДа Украины Павлом Климкиным и предложил помощь Германии в ликвидации последствий взрыва на шахте «Степная». Дипломаты обсудили усиление работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Климкин подчеркнул важность контроля не только на линии соприкосновения, но и на неподконтрольных участках российско-украинской границы. Зигмар Габриэль со своей стороны отметил, что события на востоке Украины касаются всей Европы. Иногда у немцев складывается впечатление, что конфликт на Донбассе происходит на периферии Европы, а это происходит практически в центре Европы. Причем эти события касаются нас всех, поскольку видим, как хрупок мир, к которому мы привыкли. То, что мы делаем для поддержки мирного процесса, это не благотворительность. Это касается нашей безопасности, наших представлений о совместной жизни в Европе. И мы сегодня мали дуже добрую розмову. Дуже добру розмову, яка, звичайно, була насамперед сконцентрована на тому, що ми можемо зробити разом, що ми можемо зробити в рамках нормандського формату для того, щоб принести мир на Донбас і примусити Росію виконати Мінські домовленості.